Фантики, земля, строительные отходы и кирпичи – вот основной мусор, который волонтеры находят в торговом городке. Восстановление ВДНХ началось в 2016 году. Огромную площадь решила собирать небольшая инициативная группа. Алексей приходит сюда с марта по ноябрь. За неделю, а это в среднем две уборки, собирает до 40 мешков мусора. Так как данная территория практически не убирается службой благоустройства города, то все это мы собираем своими руками. Очень долго ждем, чтобы это приехали и вообще вывезли отсюда. Иногда до двух месяцев ждем, чтобы просто банально собранные нами мешки они вывезли. Зачастую за это время мешки рвутся, мусор снова разносится по территории. Иногда дважды, трижды один и тот же мусор практически мы собираем за лето. За три года Алексей и волонтеры собрали в торговом городке около 3000 мешков мусора. Результат налицо. Павильон номер 23. Еще несколько лет назад здесь была свалка и бурелом. Чтобы добраться до асфальта, пришлось снять около 30 сантиметров земли. В этот раз Алексею на помощь пришли «Витязи» – волонтерский отряд. ВДНХ, это, как я знаю, попал в культурное наследие вообще Рязани. Вот. И все-таки Алексею одному здесь будет трудновато, и мы вызвались ему помочь. Тем более, что мы уже давно планировали себе совместный выход. Однако сбор мусора не единственное направление работы. Волонтеры стараются сохранить здания, которые уже рассыпаются от времени. Реконструкторские работы они проводить не могут, не позволяет квалификация. Зато регулярно шпаклюют, замазывают трещины и подкрашивают здания. Основываясь на архивных фотографиях, мы смотрим, как эти павильоны выглядели раньше. Чаще всего, зачастую, здесь просто заложены арки для того, чтобы организовать из павильона какое-то складское помещение. Мы выбиваем арки, возвращаем исторический вид павильонов, проводим небольшой легкий косметический ремонт. Напомним, что торговый городок является объектом культурного наследия. Рязанское правительство сообщало, что в нем планируется реконструкция 22 объектов. Один восстановлению не подлежит. К работе планируют привлечь инвестора. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».